это все тут разделено. Мусор, который есть, вот здесь называется кубы. Поднимаем, оно гниет, а потом на удобрение. Вода вон там еще поливать. А ты еще, Инафа, на самом деле здесь не была еще? А, в этом доме нет, ни разу не было. Просьба была, я не была. Так, сейчас подготавливаете позавтракать. Они говорят, что рано утром завтракали. Завтракали? Да. Ну тогда до обеда. Все, сейчас дня. Сейчас и в 7 вечера. Ну, я показал где-то. Давай, обиходь себя там, застилай постель, чтобы было как. А дальше будет видно. Так. Туда можно показать тебе сарай. Подожди-ка. Нет, извините, не буду. Она, чтобы хозяйство приняла на себя. Пойдем-ка сюда. Подойди. Я то, что мог, сегодня порубил. И здесь все. Еще не кормил. Сейчас полезу кормить. Так, у тебя здесь огород или там? Там. Ну, вот, и здесь? Сейчас отдохнуть можно взять. Лучше здесь сегодня, а не рядом. Чтобы за ними не бегать и под присмотром первый день. Но на огородчике еще не доделано там. Там не доделано, а что там не доделано? Ну, между рядей-то надо с кашой. Она же растет, трава-то. Где? Между... Между рядя, между этими грядками. Лука? Почему? Между грядками вообще везде надо с траву-то скосить будет. Так, нужно определить, на что Игорь годен. Его не трогать. Если он сам определяется. Машину ему загнать поближе. Кошки лапку раздавили, она, видишь. Если она такая будет одна, видишь, как ножку ей повредили, то ли в дверях, или где-то. Нет, нет, на Ежевосин говорит, он наступил именно на ней. Говорит, наступил. Он был это с каблуками резиновые сапоги, и он наступил ей жестко. А вот это вот откуда дрова брать? А вот отсюда брать? А еще вот где? Вот он убирает. Вот это вот. Это то, что мы отрезали, поле заостряли. Ну, можно какое-то вот любое ведро. Дядя Вова все это покажет. Смотри, как у нас богато все. Вот большая стиральная машина. Она работающая, да? Это нет. А как-то, которая работает? Да, работает. Там где-то работает. Вот, то есть это мастера ждет. Лопаты наши. Вот лагерный, как он был, на 10 рожков. Здесь все заросшие овечки у батюшки дома. Ты одним глазом, говорится, взором охвати все. Да, определяй. И сами мы пойдем тут огородчик. А ты пойдешь к Надежде Васильевне. Хорошо. Ей там поможешь. Все, заходи. Угу. Определяйся. Будьте свободны, с любовью.